Привет, вы на канале Девайсы, и сегодня на обзоре материнская плата Asus ProArt Z690 Creator Wi-Fi. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнская плата ProArt Z690 станет отличным фундаментом для компьютера, предназначенного для запуска профессиональных приложений. Поддержка новейших процессоров Intel Core 12-го поколения, эффективная система охлаждения, скоростные интерфейсы — она предлагает все, что необходимо для продуктивной работы. Материнская плата Asus и процессоры Intel Core 12-го поколения выводят возможности высокопроизводительных компьютеров, предназначенных для геймеров, творческих профессионалов и любых других пользователей на совершенно новый уровень. Поддержка стандартов PCI Express 5.0 и DDR5, передовые интерфейсы, мощные системы питания, эффективное охлаждение, интеллектуальные оптимизационные функции — платы Asus помогут выжать максимум скорости из новейших чипов Intel. Новый уровень производительности. Новые процессоры Intel Core 12-го поколения создают повышенную нагрузку на систему питания. Но плата ProArt к этому готова. Продуманная схема стабилизатора напряжения, рассчитанная на ток до 70 ампер, премиальная элементная база и оптимизированная разводка слотов памяти гарантируют стабильную работу компьютера в тяжелых профессиональных приложениях. Вместе с процессорами Intel 12-го поколения на рынок приходит интерфейс PCI Express 5.0. Помимо удвоенной пропускной способности по сравнению с PCI Express 4.0, шина PCI Express 5.0 улучшает передачу сигнала за счет изменений в электрической схеме. Слот PCI Express 5.0 обратно совместим с платами расширения предыдущих версий PCI Express. ProArt Z690 предлагает возможность разгона комплектов памяти не только высокого, но и начального уровня, у которых заблокирована схема управления питанием. На материнской плате предусмотрен специальный механизм для обхода ограничений, накладываемых на работу модулей DDR5 схемой управления питанием. Это позволяет преодолеть установленный по умолчанию лимит в 1,1 вольта и поднять частоту и тайминги до максимально возможных значений. Как правило, для изменения напряжения в разблокированной схеме управления питанием требуется полное выключение компьютера. Однако на плате ProArt это можно делать посредством мягкой перезагрузки, как при настройке модулей DDR предыдущих поколений. Кроме того, специально для новичков в деле разгона памяти предлагается эксклюзивная функция Asus Enhanced Memory Profile. Она автоматически идентифицирует чипы памяти у модулей с заблокированной схемой управления питанием и предоставляет профили с оптимальными настройками частоты, таймингов и напряжения, которые пользователь может применить для повышения производительности. Система интеллектуального охлаждения, разработанная специалистами Asus, автоматически регулирует работу подключенных к материнской плате вентиляторов в зависимости от текущей нагрузки и температуры. Материнскую плату ProArt отличают высочайшее качество изготовления, безупречная стабильность и широкая совместимость. Она прослужит вам долгие годы надежной платформой для реализации творческих проектов. Стабильность компьютера под высокими нагрузками во многом зависит от охлаждения, поэтому на плате ProArt Z690 Creator Wi-Fi имеются большие радиаторы для силовых элементов и чипсета, а также многочисленные разъемы для подключения вентиляторов. Радиатор. На компоненты стабилизатора напряжения установлены два радиатора с большой общей площадью теплорассеивания. Благодаря трем радиаторам твердотельные накопители, установленные в слоты М2, смогут показать свою максимальную производительность без угрозы перегрева. За поддержание надлежащей рабочей температуры чипсета отвечает отдельный радиатор. Разъемы. ProArt Z690 предлагает полноценные средства организации охлаждения компьютера. Мониторинг источников тепла. Каждый вентилятор. Вентиляторный разъем может регулироваться на основе данных от нескольких термодатчиков через утилиту Fan Expert 4 или интерфейс UEFI BIOS. Регулировка четырехконтактных вентиляторов. Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки каждого подключенного к ней вентилятора, шим или изменение напряжения питания. Разъем для помпы необслуживаемой СВО. Разъем для подключения необслуживаемых систем водяного охлаждения с регулировкой по шим или напряжению.
Передовые интерфейсы. Два сетевых порта стандартов 10G и 2.5G Ethernet обеспечивают быстрый обмен данными через интернет, способствуя продуктивной работе. Для подключения периферийных устройств имеется множество передовых интерфейсов, включая пару портов Thunderbolt 4. Каждый из пары встроенных портов Thunderbolt 4 поддерживает скорость передачи данных до 40 гигабит в секунду. Идеальное решение для подключения новейших периферийных устройств, включая мониторы высокого разрешения. Скоростной обмен данными. Благодаря наличию 4 разъемов M2, работающих в режиме PCI-Express 4.0, пользователь может не только подключить современные твердотельные накопители на высокой скорости, но и объединить пару из них в RAID-массив. Слоты M2 с защелками Q-Latch. Инновационные защелки Q-Latch делают ненужными традиционные винты при установке накопителей в слоты M2. Вставить и вынуть устройство можно без использования инструментов. Creation First. Traffic Manager Creation First позволяет настроить приоритеты использования сетевого соединения различными приложениями, чтобы самые важные из них обменивались данными с максимальной скоростью. Чтобы рабочий процесс шел еще продуктивнее в режиме Creation First, максимальный приоритет при передаче данных по сети получают профессиональные приложения. В адаптивном же режиме происходит интеллектуальная приоритизация среди всех запускаемых приложений на основе анализа пользовательской активности. FunExpert 4. ROG Maximus Z690 Extreme предлагает комплексные варианты охлаждения, которые можно настроить с помощью FunExpert 4 или UEFI BIOS. Asus Control Center Express. Программное обеспечение Asus Control Center Express поможет обезопасить ценные данные и обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования. ProArt Creator Hub. В дружественном интерфейсе приложения ProArt Creator Hub содержит средства мониторинга и управления всеми включенными в компьютерную систему устройствами серии ProArt, в том числе материнской платой и монитором. Adobe Creative Cloud. Получите бесплатную подписку, обычная стоимость до $238, при покупке определенных устройств Asus. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!